Или голодный останешься, Дим? Друзья, всем привет! Это Кухня Дилетанта, и мы рады, что вы нас смотрите. Сегодня решили приготовить пару рецептов быстреньких салатов. Скажем так, салатов на скорую руку. Если вдруг какие-то неожиданные гости, или вам лень готовить после работы, ну, в смысле, нет столько времени, то можно сделать на выбор какой-то один, можно сделать два, неважно. Они быстрые, поэтому будем готовить сегодня два салата. Вообще, у меня их есть где-то, наверное, там, штук 15-20 всяких разных на памяти рецептов. Сегодня сделаем самые вкусные, на мой взгляд. Давайте я вам уже скорее расскажу, что нам понадобится для их приготовления. Значит, салатов будет два, я повторюсь. Первый у нас будет состоять из фасольки. Мы взяли фасольку в томатном соусе, промыли ее. Можно взять в собственном соку, не важно, под холодной водичкой. Сполоснули, бросили в тарелочку. Также нам нужно будет помидорчик. Мы взяли два вида перчика. Просто для красоты, чтобы он был поярче. Возьмем по чуть-чуть от каждого. И нам нужно будет туда добавить, ну, майонез. Вредно, но вкусно. И для второго салатика мы возьмем сыр, мы возьмем вареные яички и мы возьмем консервированный тунец. Предлагаю начать с салата из фасольки, помидоров и перчиков. Берем помидор. И давайте его на мелкий кубик. Со второй половины. Так, столько нам хватит. Все то же самое. На кубик. Добавляем сюда фасольку нашу, чуть присолим и чуть-чуть подперчим. Первым салатиком мы справились, давайте попробуем сделать второй. Тунец у нас салатный сразу же, измолотый. Берем сырок. Так, кубиком порезали. Ну сколько мы сыра? Грамм 50, наверное, всего. Яичко. Два. Берем терочку и на крупной терочке берем сюда яички. Небольшой лучик чесночка.
чуть-чуть порисуем. Чуть приперчим всеми любимый нами мазик. Дорогие друзья, на приготовление этих двух замечательных салатов мы потратили всего 15 минут. Это со всеми поболтушками. Значит, если не болтать, а заниматься конкретно этим делом, то 10 минут... За 10 минут можно 2 салата сделать, мне кажется. Давайте уже их попробуем. Что же в итоге у нас получилось? Предлагаю начать, хочу начать, с салата помидор, фасоль и сладкий перец. Прекрасный, вкусный, легкий, ну, за исключением того, что там добавлен майонез, салатик, ну, всем нам привычный. Но фасоль немного приукрашает его вкус и делает его более питательным. Второй салатик. Если сюда сыр не резать кубиками, а потереть на терочке, то его можно... как и салат подавать. А можно им начинять тарталеточки. Будет очень-очень прикольненько и вкусненько. Что же, два быстрых салата на скорую руку мы приготовили. Из самых доступных и простых ингредиентов. Это быстро, вкусно, питательно, а главное, очень-очень легко. В завершении хотелось бы попросить вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и черкануть какой-нибудь комментарий. Длинный, короткий, любой, неважно, нам все нравится, мы все читаем и, самое главное, мы на все отвечаем. Спасибо за внимание, приятного аппетита, пока-пока.